Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании Blu-ray на цоколе H11, температура свечения 4300 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию его. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы мощностью 35 Вт. Лампы будут защищены поролоновыми колпачками, для того, чтобы не повредились при транспортировке. Подключается комплект на питание 12 вольт с помощью двух проводов. Блоку розжига ведут три разъема, два которые поменьше, идут стандартом CAT, есть еще стандарт разъемов AMP. Вторая лампа абсолютно идентичная. В комплекте также имеются два блока розжига. Блоки розжига стандартного размера, металлические, герметично заклеенные, пыль, влагозащищенные. Мощность у них такая же, как и у ламп, 35 Вт. Есть еще саморезы для фиксации, двусторонний скотч и стяжки. Сейчас одну из ламп мы подключим к блоку розжига. Подключение очень простое. Подключается все разъем в разъем. Три разъема нужно между собой подсоединить. Разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Сейчас мы лампу подключим на питание, она полностью готова уже к подключению. И визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт к лампе. Лампа загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы и комплекты все очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенонового автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. В данном комплекте ксенона заявлена температура свечения 4300 кельвинов. Она такова и есть, как мы видим, слегка желтым оттенком световой поток выдает. При покупке на комплект ксенона обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.